Здравствуйте, друзья. Я думаю, вы помните Маю. Всем привет. Значит, ну давайте пару слов. Откуда сама? Сама из России, из Москвы. Из Москвы. А до этого где была? До этого? Да. Вообще? До Москвы где была? До Москвы в Москве была. Так. Родом из Москвы. Земляки? Да. Так, хорошо. Коренная, значит. В Америке как давно? Больше года. Чуть больше года. Хорошо. Когда у нас закончили-то? Вот закончила я, получается, в июле. Ну, у нас с мая месяца началась группа. Ну, где-то в июле мы закончили. А вы в школу заглянули на урок какой-нибудь или что? Да, к Славе. Вот, мы, друзья, вот вы видите там по времени, вот там 7 часов 10 минут. Наталья хочет побаловать дедушку кофейком. Я заслужил. И вот, значит, Маечка у нас, ну... Заслужил. Ну, да, я пришла сказать Михаилу большое спасибо. Так, видите, на фон картинки красивые. Да, я сегодня получила офер. Так. Там же, где я была на практике. Сколько вы были на практике? На практике я сначала была месяц, меня взяли на месяц, потом продлили еще на 2 месяца. Платили денежку какую-то? Да, платили. Так, ну, а не секрет, сколько интернам платят? Ну, в среднем от 15, там, максимум до 25. Хорошо. Значит, получали вы свою денежку, да. А вы тут одна или вы с родителями? Я или... с родителями, да. Ну, родители работают, зарабатывают что-то? Да, да. То есть не то, что от ваших там $15 сильно что-то зависело? Нет, не сильно, на меня все. На вас. Ну, вы скажите еще раз, вам, ну, вы хоть совершеннолетняя? Ну, конечно. Да? Да, мне 23 года. Ну, 23, ну, то есть молоденькая и все. Так, и... Вот они вот вам офферы предложили. Да, сегодня. А это секретная компания какая-нибудь? Нет, ну хотя, не знаю. Ну, тогда не будем говорить. Но компания занимается секретными делами, друзья. Когда вы захотите пойти туда, куда вам не положено ходить в вашей стране, на какой-нибудь сайт, например, да? Вот, скажем, забанили какой-нибудь сайт. И вы придете, значит, воспользоваться услугами той компании, где у нас Маечка работает. Вот, и сможете проникнуть. Я слышал, что значительная часть ваших пользователей это из мусульманских стран, которые порнуху смотрят. Им у них там запрещают. Ну, не знаю, может быть. А вот известно, что смотрят через ваши, так сказать, инструменты, что смотрят на Пёрже Сияние? У нас нет такой информации. Это конфиденциальная информация, ее собирает как бы... Кому надо, тот и собирает. Да, да. Хорошо, значит, скажем так, вы же смотрите наш канал, да? Да. Вот когда я рассказываю о том, что начинающий тестер там получает долларов там 30 в час, там плюс-минус 5, вот вам в этом диапазоне, вам позолотили ручку, не обидели? Позолотили. Ну, то есть, как бы вы подтверждаете мой диапазон? Подтверждаю. Хорошо. От 25 до 35. Главный язык компании русский? То есть, так ходит разговаривать по-русски? Ну, вот у нас в команде много русских. Так. Да. А я слышал когда-то, что у вас и аутсорсинг есть, да, в Питере где? Есть на Украине. Не в Петербурге? Ну, в Украине есть главный офис. Так, это где? Где в Украине? В Киеве. Так. Ну, хорошо. А... Что-то есть такое вот в компании, вот самое балдежное, вот что там вам больше всего нравится? Ну, мне нравится мой коллектив. Хорошо. Мне нравится моя команда. Вот. Очень много бенефитов есть, кормят. Хорошо. Спортзал. Прямо на месте спортзал? Ну, вот рядом соседнее здание. То есть, а вам туда билетики дают? Да, есть. Родители ваши что говорят? Поздравили меня. Но... Сказали, молодец. Ну, не говорят, эх, черт возьми, зря в Портнов компьютер скул ходила, могла бы и сама там. Нет, они очень рады. А как вы к нам попали-то? Через видео, через YouTube. То есть не то, что вы знали кого-то, кто у нас учился? Нет, я не знала. Ну, потом уже выяснилось, что я кого-то знала. Угу. Вот, а так, ну, нашла видео ваше. То есть вы такая, можно сказать, онлайновая у нас? Ну да, да. Я иногда еду на работу, включаю ваши видео, смотрю. Как вы в машине едете. Да, видите, вы едете в одной машине, а я в другой. Да. Но все мы делаем общее силиконовое дело. Да, сегодня тоже смотрела ваши видео.
Про что? Вы отвечали на вопрос про... молодой человек задавал вам вопрос. Как деньги тратить? Да. Ну, а мне говорят, что он не настоящий. Что это, мол, вот не может молодой человек 20 лет столько зарабатывать, и все, он врет, и так далее. А я сегодня имейл получил, там еще от парня, который про него еще кое-что рассказал, что он там на самом деле поскромничал, а у него гораздо больше подвигов, чем это. Ну, поэтому знает. Да, просто я к чему говорю, что людям трудно поверить, что есть вот такие ребята хорошие. Ну, они есть. Ну что же, хорошо, ладно. Родителям тогда привет. Спасибо. Трудовому коллективу тоже. Там много всегда было наших выпускников. Да, там много работает, очень много. Вот. Так что, кого встретите, скажите привет вам от дяди Миши и канала «Голос Силиконовой долины». Вот. А нашим зрителям давайте мы, знаете что, пожелаем, вот вы пожелаете, как человек, который уже тут на месте, чтобы они выигрывали в лотерею «Грин-карт». Ну, а кто не лотереет, значит... другими каналами пусть выигрывают. Да, и приезжали к Михаилу. Я не имел в виду так узко. Но да, сейчас же идет заполнение заявок на лотерею. Конечно, я же об этом говорю. Так что, да, желаю вам всем удачи. Все, помашем ручкой и на этом попрощаемся. Идите на урок, а то я чувствую себя уже виноватым. Да ничего страшного.